22 июня 1941 года зловещим вихрем война ворвалась в каждый дом, в каждую семью. 3 года, 10 месяцев, 18 дней длилась Великая Отечественная война. Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, воевал в партизанских отрядах, страдал в нацистских концлагерях, кто без сна и отдыха трудился в тылу. Вечная слава героям! Вечная память павшим!